Молитва 77-й сон Пресвятой Богородицы – это молитва, снимающая любую порчу, убирает дьявольскую троицу, изгоняет бесов, отменяет любой негатив и происки врагов. Этот сон Богородицы вылечивает самые трудноизлечимые болезни, убирает и оберегает вас от любой беды и всех проблем. 77-й сон Богородицы отменяет сами каноны магии. Нельзя на вас навести порчу, перенести болезнь, подлечиться, подделать, скинуть, вселиться, вампирить, губить. Под защитой этой сильнейшей с вас нельзя снять защиту и отнять силу. Нельзя на вас воздействовать с помощью любой магии, а также дьявольской троицы. Ничто, что может принести вред, вам не будет страшно. Главное, читайте 77 раз в неделю 77-й сон Пресвятой Богородицы. Видела Богородица сон под колокольный звон. Подошел к ней Христос и спрашивает: «Хорошо ли ты спала? Что во сне увидела? Тебя на кресте прибивали, ребра копьем разбивали, из правого вода источалась, кровь из левого выливалась, Лонгин сотник умывался, к святым зачислялся. Мать моя, не рыдай, не страдай, погибель меня не возьмет, Господь на день третий на небеса заберет. Кто 77-й сон хранит в доме своем, к тому не коснется дьявол злой. Ангелы прилетают и от любого зла спасают, от 70 недугов и бед избавляют. Аминь, аминь,